Свыше 1500 объектов культурного наследия. Какие меры позволят сохранить богатое прошлое нашего края для потомков, узнал Павел Юрасов. Орган власти должен не только постоянно следить за объектами культурного наследия, но и каждые 5 лет проводить комплексную проверку каждого такого сооружения. Так, в прошлом году было проверено около 60 объектов. В этом году предстоит проверить еще 90. Тамбов присоединился к большому всероссийскому субботнику. Покажем, как это было. Камни убирали, веточки, листочки. Подготовка к летнему сезону, как в детском лагере «Солнечный» наводит порядок, увидела Олеся Павлова. До старта летней оздоровительной кампании остается чуть больше месяца. Лагерь «Солнечный» примет первых детей уже 28 мая. Сейчас здесь активно ведутся ремонтные работы. Так за моей спиной красят один из корпусов. 10 медалей чемпионата России по всестилевому карате. Победители всероссийских соревнований, прошедших на днях в Воронеже, в репортаже Дмитрия Шапкина. Биться нашим бойцам пришлось с самыми разными спортсменами из 19 регионов страны. И показали ребята себя очень хорошо. Это программа «Область новостей». Здравствуйте, в студии Елена Самарская. Региональное управление по государственной охране объектов культурного наследия подвело итоги работы за прошлый год и наметило главные задачи на ближайший период. На личном контроле работу по сохранению таких объектов держит глава области Максим Егоров. Какие меры позволят сохранить богатое прошлое нашего края для потомков, узнал мой коллега Павел Юрасов. На сегодняшний день в нашей области на государственной охране находится 1602 объекта культурного наследия. Прошедший год стал знаковым для этого направления работы. Так, по инициативе главы региона Максима Егорова был дан старт программы «Наследие Тамбовщины». Проект предполагает софинансирование капитального ремонта таких объектов. Предусматривается проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, являющихся объектами культурного наследия. В текущем году запланирован ремонт 15 объектов культурного наследия. В настоящее время ведется разработка проектной документации. Отдельно хотел бы сказать, что такие программы софинансирования из областных и бюджетов в Российской Федерации практически не проводятся нигде. Там порядка 2-3 субъектов. Это может быть Москва, это может быть Калининград. Программа «Наследие Тамбовщины» позволит увеличить затраты на капремонт объектов культурного наследия, выполнить все требования к таким работам и воссоздать исторический облик городов области. За минувший год из средств различных источников на проведение ремонта и реставрации объектов культурного наследия было направлено больше 200 миллионов рублей. В этом году на эти же цели будет направлено на 80 миллионов рублей больше. Орган власти должен не только постоянно следить за объектами культурного наследия, но и каждые 5 лет проводить комплексную проверку каждого такого сооружения. Так, в прошлом году было проверено около 60 объектов. В этом году предстоит проверить еще 90. Для того, чтобы сохранить объект культурного наследия в его исторической среде, на соседних с ним территориях устанавливаются специальные зоны охраны с различными ограничениями. За прошедший год установлена зона охраны в отношении 33 объектов. Сведения об установленных зонах охраны внесены в единый государственный реестр недвижимости. В 2023 году намечена разработка не менее 60 зон. До 2025 года управление в соответствии с требованиями законодательства обязано завершить данную работу. Поддержание надлежащего состояния объекта культурного наследия – законная обязанность собственника, а потому специалисты профильного ведомства проводят инспекционные визиты, обследования и проверки. Те немногие собственники, которые допускают нарушения законодательства, привлекаются к ответственности. Павел Юрасов, Евгений Михеев, Александр Кобзарев, «Область новостей». Нащупать болевые точки, сверить позиции и выработать коллегиальные рекомендации. В Тамбове прошло заседание Совета ректоров ведущих вузов региона. О темах встречи, главными из которых стали воспитание патриотизма у подрастающего поколения и работа с иностранными студентами, расскажет Дмитрий Шапкин. От того, каким будет мировоззрение у нашей молодежи, напрямую зависит перспектива развития нашей страны. Оно формируется сегодня в условиях беспрецедентного давления на нашу страну. Первыми на себя его ощущает молодежь. И задача высшего образования наших вузов в том, чтобы сформировать и поддержать будущих юных патриотов нашей страны.
На это в первую очередь обратил внимание глава региона Максим Егоров, который открыл заседание. В рамках сегодняшнего заседания необходимо выработать эффективные механизмы достижения значимых результатов по вопросам патриотического воспитания, формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и экстремизма. Заседание Совета ректоров возобновили в начале прошлого года. Тогда глава региона Максим Егоров предложил вернуть традицию коллегиального обсуждения важных тем вузовским сообществом. Кроме решения текущих проблем, это позволяет найти ответы на остросоциальные вопросы молодежной среды. Одним из них, безусловно, является воспитание молодых патриотов России. Тема патриотического воспитания в сегодняшней геополитической ситуации более чем актуальна. Поэтому наша сегодня задача нащупать какие-то болевые точки в очередной раз, проверить, вернее, нащупанные они давно, проверить, перепроверить, сверить позиции, выработать какие-то коллегиальные рекомендации. Еще одной важной темой обсуждения стала работа с иностранными студентами. На совещании отметили, что от нашего отношения к молодежи из других государств, которые учатся в регионе, ни много ни мало зависит и то, каким на международной арене сформируется образ России. Дмитрий Шапкин, Александр Чекмарев, Евгений Мещеряков, «Область новостей». В минувшие выходные Тамбов присоединился к большому всероссийскому субботнику. Жители областного центра навели порядок в разных частях города. За грабли и лопаты взялись больше 1000 работников администрации и муниципальных учреждений, а также горожане. Подробности в нашем следующем сюжете. Группы вооруженных перчатками, мусорными мешками и граблями людей в этот день можно было заметить больше, чем на полусотни мест в разных районах Тамбова. Основные усилия участники субботника сосредоточили на берегах канала Цны. Временное снижение уровня воды позволило очистить прибрежную зону от сухой растительности, стекла, пластика и другого мусора. Как оказалось, дно канала может преподнести немало сюрпризов. Хороший сегодня выдался денек. Погода позволила нам очистить речку. Скоро купальный сезон. Скоро все расцветет, заблагоухает. И на самом деле сделаем нужное дело, которое не делается долго. Вода открылась, бревен много, колес, коробок от всех ящиков. Хорошее дело сделаем. Стоит отметить, что уборку прибрежной зоны организовали на протяжении всей набережной, от Рассказовского шоссе до Динамо. Кроме того, группа инициативных тамбовчан вместе с сотрудниками городских учреждений навели порядок и на общественных пространствах, которые в этом году стали участниками голосования по выбору объектов благоустройства. От сухой листвы, веток и мусора очистили в том числе и Охлебиновскую рощу. Камни убираем, веточки, листочки. Общественные пространства, улицы, дворы, парки и скверы после зимы в порядок приводят уже на протяжении нескольких недель в рамках городского месячника по благоустройству. Я у себя в доме, как и многие сейчас в этом году, привлекает очень много подростков. Такого возраста там, от 12 там, до 16 лет. Ну, постарше, конечно, не особо уж, может, пойдут. А вот такие вот. И вот у меня они собирали мусор весь за домом. Прям вот такие мешки им давал. И они собирали мусор вот весь такой. И очень они... Потом мусорить точно самим не захочется, когда они ходили, все это собирали. В городском парке культуры и отдыха Тамбова в этот день в рамках субботника высадили 40 деревьев. Саженцы приобрели в подмосковном питомнике за счет собственных средств. Теперь молодые деревца разных видов будут расти бок о бок и радовать тамбовчан. Это липы, это астролистные клены, это дубы и ели. И немного позже мы еще около 30 деревьев будем в парке высаживать. Потому что деревья стареют, погибают от насекомых всевозможных. И мы постоянно ведем работу по озеленению, по улучшению парка. Участники субботника побывали на центральном рынке, в парке Дружбы, привели в порядок территории в исторической части города. Своим вниманием неравнодушные горожане не обделили и объекты культурного наследия. Так уборка прошла у расселенных домов на пересечении Советской и Кронштадтской. Павел Юрасов, Ольга Кириллова, при содействии информационного управления администрации города Тамбова, «Область новостей». В Тамбовской области полным ходом идет подготовка детских лагерей к началу сезона. Совсем скоро они примут в своих стенах сотни ребят. Моя коллега Олеся Павлова отправилась в лагерь «Солнечный» и увидела, как здесь наводят порядок. До старта летней оздоровительной кампании остается чуть больше месяца. Лагерь «Солнечный» примет первых детей уже 28 мая. Сейчас здесь активно ведутся ремонтные работы. Так за моей спиной красят один из корпусов.
Подготовку к летнему сезону в лагере начинают с улучшения инфраструктуры. Чтобы детям было уютно и комфортно, и они чувствовали себя как дома, в спальных домиках ведутся работы по установке туалетных комнат. Санузлы монтируют в 4 корпусах младших групп. У нас здесь и унитазы все мы новые приобрели, раковины может ребенка в туалет и ночью, и днем. А в самих детских комнатах, в которых школьники будут отдыхать в сончас и после насыщенной лагерной программы, установили новое яркое освещение. Свет был очень тусклый. Шарики такие старинные они и с лампочками. А этот свет будет и экономия, и светло детям будет. Можно включить в одном режиме, можно включить во всем режиме. Вот так. Обновление в лагере происходит поэтапно. Так работы практически завершены в Святая Святых учреждения – столовой. К новому сезону были закуплены новые столы и лавочки. А чтобы детям было не только удобно, но и вкусно, частично заменили кухонное оборудование. Такое обновление обошлось почти в 1 000 000 рублей. Посадка для детей у нас полная, то есть лагерь рассчитан на 305 человек. То есть одним заходом у нас дети будут и завтракать, и обедать, и ужинать. Питание у нас 5-разовое. Утвержден нормами СанПина, прокуратуры, Роспотребнадзором, и фрукты, и овощи, и мороженое. То есть дети получают очень полный рацион своего питания на весь 21 день. В этом году в Солнечном вырастет и мощность. В лагере будут отдыхать на 30 детей больше. В связи с этим к летнему сезону готовят новый корпус для маленьких жителей. Он рассчитан на 28 человек. Сейчас здесь меняют старые окна на новые, пластиковые. Он отапливаемый. То есть даже первая смена, если нас погода не порадует, то есть включаем отопление, и наши маленькие жители в тепле. То есть даже будет, если погода холодная, дождик, столовая, все рядышком, то есть дети промокать, соответственно, болеть не будут. До начала сезона в лагере также будут отремонтированы игровые площадки и закончен косметический ремонт. Олеся Павлова, Олег Осипов, Ольга Кириллова, «Область новостей». В рамках проекта «Школа электоральной педагогики» в Стромов-центре прошло занятие по избирательному праву. Участие в нем приняли 70 второкурсников Державинского университета. Что же интересного рассказали студентам, узнала Полина Матовникова. Участниками школы электоральной педагогики стали будущие преподаватели, причем совершенно разных направлений Державинского университета. Само занятие для них проходит в формате интерактива. Вначале я немного расскажу о выборах в истории России, об основных законах, которые регулируют выборы в России. Потом мы проведем викторину, в которой мы проверим знания педагогов о выборах. То есть мы будем максимально вовлекать участников в интерактив. По итогам мы проведем тестирование, в котором проверим усвоение знаний. Обучаются студенты на материалах избирательного законодательства и современных практиках. Их знакомят с основными этапами политического процесса. Безусловно, такие мероприятия важны не только для студентов, юристов и политологов, чья профессиональная деятельность связана с избирательным правом и с процессом, но и для всех остальных студентов, так как данные мероприятия могут развить их гражданскую сознательность, сделать из них активных сознательных избирателей. Студентка филологического факультета Державинского Анастасия Доровских в прошлом году участвовала в агитационном процессе. Поэтому определенный багаж знаний девушка уже имеет. Однако она уверена, что и здесь найдет для себя что-то новое. Мы можем применять те знания, которые получим сегодня и которые получили уже на мероприятиях проекта до этого, в дальнейшем, поскольку мы, как учителя русского языка и литературы, учителя-предметники по истории обществознания, учителя английского языка, в любом случае воздействуем на наших учеников и способствуем формированию их активной гражданской избирательной позиции. Сразу после теоретической части будущие педагоги отправятся на интеллектуальный турнир под названием «Тропа избирателей». Она будет состоять из 10 станций, на каждую из которых у команд будет отведено по 5 минут. Кроме того, за каждый правильный ответ ребята будут получать 1 балл. Тема все та же – избирательное право. Поэтому станции здесь будут соответствующие. Это выдвижение кандидатов, политическая агитация, избиратель. Гонки и многое другое. Полина Матовникова, Евгений Михеев, Ольга Кириллова, «Область новостей». В Тамбове прошел гала-концерт студенческой весны 2023. На одной сцене собрались самые талантливые молодые артисты со всего региона. Каким станет следующий этап для победителей и чем планируют удивлять, знает Полина Болотова.
Атмосфера молодости и творчества царит в драматическом театре повсюду. Гала-концерт еще не начался, и пока артисты готовятся к выходу на сцену, зрители поют сами. На сцене в числе первых ансамбль бального танца «Цвета радуги». По сути, это сборная тамбовских университетов, так как танцор учится в разных вузах. Под музыку и текст Александра Вертинского молодые люди рассказывают об окруженной мужским вниманием женщине. Ну а представительницы прекрасного пола ее недолюбливают. На таком контрасте и построена концепция номера. Было непривычно принять эту роль, и отыграть это на самом деле было сложно, но с опытом это все набирается, и как бы мы уже ее много возим, где зритель полюбил эту композицию, нашу постановку, и поэтому уже сейчас, как обыденно, это мы показываем, и уже не сложно. В финал фестиваля вошли 20 номеров. Это и коллективы, и сольные артисты. В этом году студенческая весна в нашем регионе проходит под девизом «Молодежь 68 рулит», поэтому очень много было номеров, и выделить талантливых ребят очень тяжело. Лучшие молодые артисты представят регион на всероссийском уровне. Первыми соревноваться поедут студенты вузов. Их фестиваль стартует 25 мая в Перми. Следом за ними 1 июня на Ставропольской сцене себя покажут школьники. Ну и последними покорять большую сцену отправятся студенты системы СПО. 11 июня их будут ждать в Ханты-Мансийске. Полина Болотова, Олег Осипов, Александр Кобзарев, «Область новостей». Повседневный Тамбов на полотне. Это живописные работы члена Союза художников России Алексея Медведева. Свою экспозицию он презентовал в выставочном зале Пушкинской библиотеки в рамках проекта «Карманные дневники». По знакомым местам, изображенным на полотнах автора, смогла пройти Елена Хромова. В областной Пушкинской библиотеке прошла творческая встреча в рамках проекта «Карманные дневники». Его участниками являются талантливые люди Тамбова – историки, коллекционеры, преподаватели, артисты, а теперь еще и художники. Новая встреча посвящена 85-летию создания Тамбовского регионального отделения Союза художников России. И первым его представителем стал Алексей Медведев. Любой творческий процесс требует большого труда, определенного багажа знаний и умения созидать. Данная выставка – это результат пленэров. Свою экспозицию художник постарался сделать легкой и колоритной. Это чувствуется в цветовой палитре и в сюжетной линии. Как рассказал сам художник, это совсем не просто рисовать городские пейзажи. Даже в отличие, например, от пейзажей, где изображен лес или поле, или ну, какие-то другие чисто природные объекты и детали. Дело в том, что в отличие от природы, в городе, где живут люди, где много транспорта, все очень динамично и быстро меняется. И поэтому зафиксировать какой-то момент очень сложный. Все свои этюды художник пишет с натуры. Для него важно умение работать быстро. Не в студии мастерской перед монитором, а в пространстве. Как признается мама Алексея Медведева, он не сидит у мольберта, ожидая вдохновения для рисования. Он ставит перед собой конкретные цели. Вот и сейчас он не на открытии, а на пленэре. Творческая натура очень. Вот. Трудоголик. Он, чтобы не рисовать, это он не может. Ежедневно рисует. Вот. Ну и, можно сказать, он сам себя сделал. И куда бы он ни поехал, везде рисует, рисует, рисует. Сейчас он вот в Волгоград уехал, там уже прислал свои этюды. Потом дальше поедет в Кисловодск. За последние несколько лет художник написал около 20 живописных работ на тамбовскую тематику. Главный сюжет картин – городские пейзажи. И каждый в них видит что-то свое. Очень нравится то, как художник выполняет дома мазками и акцентирует некоторые моменты яркими красками и также прорабатывает детализацию. Каждый рисунок
точнее даже картина, она выполнена индивидуально. На каждой картине есть свои мазки, которые определяют характер или даже чувство художника, которое он вкладывал в нее. Для меня Старый Тамбов – это вот набережная, на которой я жила. Сейчас уже живу в северной части города. И это дом Асеева для меня, вот Старый Тамбов. Живопись – это познание мира, доступное только долгому человеческому опыту. Это одновременно мечта и память. И эта память теперь будет храниться в живописных работах под названием «Повседневный Тамбов на полотне», который написал Алексей Медведев. Елена Хромова, Николай Иванов, Ольга Кириллова. Область новостей. В минувшие выходные лидером кассовых сборов в России и странах ближнего зарубежья, как и ожидалось, стал отечественный проект «Вызов». За два дня он собрал 426 миллионов рублей, что является лучшим стартом 2023 года. Активными зрителями этого фильма стали и жители нашего региона. Чтобы узнать мнение тамбовчан о первом снятом в космосе кино, в кинотеатр отправилась Полина Болотова. Фильм «Вызов» уникален. Это первая в мире картина, снятая в космосе. В 2021 году на орбиту отправилась съемочная группа в составе всего из двух человек. Там они пробыли 12 дней. Меньше чем за две недели творческой группе удалось снять больше запланированного. А уже летом 2022 года начались съемки на Земле. На твердой почве зрители знакомят с главной героиней и ее личными трудностями. Создатели повышают градус драмы, чтобы объяснить мотивацию обычного московского врача Евгении Беляевой, которую сыграла Юлия Пересильд. Практически просто вот слетали в космос с Юлией. Вот она просто герой. Вот я сейчас это поняла. Насколько все реально, насколько все... Очень сильный фильм, глубокий. Ну, это просто вот непередаваемо, вот мурашки бегут. Мне очень понравилось, потому что там прям так передавали, что не только как мужчина идет, как сильный пол, а то, что и женщину, ну, то есть, что она отправилась в космос, там спасла чью-то жизнь, ее так все хвалили. Ну, очень прям такое познавательное все было. Фильм наполнен не только перипетиями сценария и красивыми видами планеты из космоса. В нем и уникальные локации ракетно-космической отрасли. Съемки проходили и в самом ЦКП. Зритель видит, где и как готовят космонавтам перед полетом на орбиту, а большинство актеров второго плана на самом деле реальные сотрудники космической отрасли. В минувшие выходные «Вызов» стал лидером кассовых сборов в России и СНГ. За два дня он собрал 426 миллионов рублей. Хороший, правда, фильм. Советую всем посмотреть. Полина Болотова, Александр Чекмарев, Евгений Мещеряков. Область новостей. «Уважай, тренируйся и побеждай» – этот девиз Федерации всестилевого карате России несколько дней назад на практике воплотили участники всероссийских соревнований по этому виду спорта, прошедшие в Воронеже. Как на них выступила сборная нашего региона, расскажет Дмитрий Шапкин. Тамбовская команда привезла 10 медалей с чемпионата России по всестилевому карате, который провели в Воронеже. Биться нашим бойцам пришлось с самыми разными спортсменами из 19 регионов страны. И показали ребята себя очень хорошо. Два Ивана, так зовет их тренер, потихоньку отходят от горячки соревнований и привыкают к обычному тренировочному процессу. Оба занимаются карате много лет. За их плечами не один десяток выигранных турниров всех уровней. В столице Черноземья ребята встретили достойных соперников, но и себя проявили прекрасно. Бились мы с ребятами там с Воронежа, с Липецка, ну и там с других городов. Угу. С кем труднее всего было? Самый серьезный соперник? Ну, наверное, с Липецка. Там парень был, он чуть выше меня и боролся очень даже неплохо. Как только мы в клинч ходили, сразу хватали. И начинали таскать. Именно так бой закончился, что первый бой я проиграл. Что меня схватили и пробили с колена в грудь. Второй бой, ну, был для меня легче. Я все время работал на дистанции, чтобы не дать его себя захватить. На турнире в Воронеже ребята из Тамбова и Чернянова сопровождали и поддерживали их тренеры и близкие. Наверное, во многом это дало спортсменам силы победить. Если у себя в городе стены помогают, да, то на выездных турнирах спортсменам вдвойне сложнее. Незнакомая обстановка, в том числе новый вид, для них вид спорта с новыми, не совсем, может быть, отточенным владением правилами. Ну, ребята справились очень успешно,
очень приятно было наблюдать их за их победами. 1500 спортсменов – таков состав участников всероссийских соревнований по всестилевому карате. Москва, Волгоград, Крым, Липецк, Воронеж – это лишь часть регионов, которые выставили своих атлетов. Для нашей команды это был первый опыт боев по несколько другим правилам, но он явно пошел на пользу. Для нас это было вообще сложно. Мы только недавно начали заниматься всестилевым, участвовать в соревнованиях всестилевым. Для нас это было новое. Ну, достойно, нормально. Всего на турнир от Тамбовской области ездили около 40 человек, четверть из которых привезли награды. Сейчас юные бойцы готовятся к новому испытанию – 10-му чемпионату и первенству России по кёкушинкай карате, который проведут 6-7 мая в Москве. Дмитрий Шапкин, Николай Иванов, Александр Кобзарев, Область новостей. На этом пока все. Еще больше информации на нашем сайте, в Телеграм и в группах соцсетей. Всего доброго и до встречи!